Доброго всем времени суток, с вами Тексер, Джекет Альянс 3. А продолжаем выметать нечисть уже ранее захваченных мной территорий. Ну, собственно, уже почти вышел на те рубежи, которые были до этого, вот это вот зачистить. И можно уже тогда присматриваться. Ну, тут тоже почистить стоит. Ок, а тут у нас Барри скучает. Тут они, да, к ним едут 7 рыл. Ну, я думаю, 7 рыл-то мы дождемся. Так, анаболик завершает. Так, тут что у вас тут? А, ну потом, пока они плодят народ. Сидим, ждем. Все, Барик успокоился. Но они тут плодят ополчение, так что сидим. Тем более, туда сейчас приедут, несут сначала алмазы, а потом приедет опергруппа. Поэтому ждем. Продолжим. Так, Old Diamond, это где четверо? Тут эти орлы. Но они там будут сидеть по одной простой причине. Тут кругом враги. Хотя, знаете, я бы вот сюда пошел. Стой. А, давайте вот сюда зайдем. Если там кто-то будет, я отступлю. Никого нет, прекрасно. Тогда, что в спроне? Сигнальная ракета, здорово. А, тогда просто плодим. Плодим ополчение. И все. Пум. А что они туда пришли? Не ожидал, но ладно. Что, день, все хорошо. А день? 8 с чем-то. Вы что мне ночью рисовали? Ну ладно, будем считать, что это просто заставка. Ни о чем, не. Там 8 с чем-то было утра, я видел. Да, день. Нормально. А ладно. Так, там какой-то мусор выброшен. Тут все стандартно. Они идут оттуда. Ну, стрелку видно. А мы их встречаем тут. Пауза. Итак. Это у нас, ребята... А даже не знаю, они лучше всего воюют лежа. Воюют лежа. Как-то не так оно звучит, да? Так. И вот так. Побежали. MD present. Okay, will do. Keep it in real. Enemy soldier. Looks like he is just doing his job at the moment. Ждем. Стоим. Так, Омрин. Must make good shot to get rations. Команда. Может, сержанты? Давай сержанта. Омрин, ты идиот. Да-да, потому что жарко. Именно поэтому и ни почему больше. Вот так надо было. Омрин промахнулся, вы представляете вообще? Ну бы попали, а Омрин промахнулся. Как такое вообще может быть? Ты лузер, да. А, у тебя даже ходов нет.
Ridiculous. Не, ну давай команд. Он, скорее всего, злой. Хорош в форме, он злой. Так, чуть обхода мало осталось. Давай. Залегай. Гризли, да. Дайте вам гренку на всех. Кто вундит? А, я надеюсь, они вундит. Оп. Чё, разбежались. О, ща им диагребёт. Не, незначительное, нормально. Неудача. Да, неудача. Как они задрали своими гранатами. Так, ну эти даже не успеют добежать. Басируются собаки, не знаю, я вот он может выбежать и выстрелить. Но он этого не будет делать, потому что ведь он остался. Гражданский уже пошел. Отлично. Омрин. Молодец. Наползаем. Есть. Ой, кто тут свой? Дура деревенская. Косой пень. Прерывание чего, позвольте узнать? Заляжешь? Заляжешь. Презрение на что? Ну все, охранник так себе. Косая. А она, в принципе, не способна попасть, да? Ну, я могу гренку еще пожертвовать, но мне кажется, это не очень хорошее. Nice. Офигели, молниеносный рефлекс. Он не побежит. Он будет сидеть. Надеюсь, там сейчас гражданский убежит, и я смогу его дострелить. Так. Но у него молниеносный рефлекс. Потом сейчас мы этот рефлекс задействуем. А что это заряжено? Но я не хочу гранаты, глупо гранаты. Давай, в пузо. Ага, вот так. Ну, ладно. Тоже неплохо. Так. До появления врага. А, есть. Ну ладно. Это деревенская фигня, там так и сидит. Так, фаза. Фаза вообще... Она все лупит вот в этот в столбик, хотя почему она стреляет? У нее, по идее, должно быть, ну, стрельба-то заблокирована. Так,
Так. Патронов. Неплохо. Ну, у вас ни у кого нет, вы все наски патроны размотали. А продажи патронов тут нет. Парточка. Ну, парточка, конечно, хорошо. О, последний кому не поменяли. Да, блин. Так, кто у нас МД пошел? А напрямую переложить нельзя. Угу. Рюкзак мышь, рюкзак айс. Ну как-то. Ладно. Не то. То. Убились. Хотя откуда взялись, непонятно. Так, что у нас тут? Тут, наверное, тренировка. И ремонт. А, Омрин продолжает. Так, что по предметам? Там портки были убитые. Ну, не только портки, кстати, убитые. Портейка. Автомат. Тут тоже, пожалуй, стоит по киви. Ой, слушай, тут прям... Тут до хрена прям чего? 58. О! Туда к своей 90 отдай. Ну, тебе 58. 87 тоже маловато. Ну ладно, не влезает. Да-да, гоните ополчение. Продолжить. Сейчас сюда придут. Будем встречать. Чинили. Так, Камсаван, это вот тут. Но я тут не буду уходить, потому что я там сижу, жду. Неторопливо так ползу. А тут уже кому-то денег надо. Анаболик. Жалко, нельзя так нажать. Чтоб сразу. Все равно в командование лезть. Что могут бицепсы? Классно играет тупого качка. Идут. Ну сейчас встретимся. Давай дальше. Прям. Ополчение хорошо. Так, груз с алмазами пришел. Отлично. Мне деньги подтаскивают. Так, это у нас чего? Ринг. Тенс возвращает. Хорошая штука. Так. О. Груз с алмазами идет оттуда. Угу. А я сюда не могу. А могу вниз только. Это плохо, потому что они будут сверху. Ну ладно. Они могут сюда подняться. Так, тебя. А там край, да? Побежал. А... Тут Баба Яга. Снизу Бер достаточно плохо атаковать.
should be working out. Barry Unger. Igor Dolphich. Ready? Давай, Гарик, тоже. You say I do it. Time to earn new medals. This is test. Sure to impress command. We should try to do something special here. Let's move. Evil doer. Лежим, лежим, лежим. Оп, не лежим. Так. No problem. Так. Ну погнали. Восклицательный. Оп, есть восклицательный знак. Все. Сначала надо выносить гранатометчиков, естественно. На одной ноге. А тут такой же одноногий. Разбежались, молодцы. Может, не скажем, кому они провалили задание? Мне не нужны подробности. Какое нафиг задание? Второй раз уже такая фигня. Какое задание? Я не понял, какое задание. Что он имеет в виду? Что мне нужно было с ними сделать? Я напал, они пришли, ну да. И чего? А не надо было? Они должны были донести? Вот ты как хорошо прибежал-то. Не надо тут опытно метать гранаты. Так. Не докину. Так. Нет, тебе вот этого надо. И чё? Понял. I should be working out. Ага. This will be pie. Ну хоть так. Это фигли, он такой опытный снайпер. Так, эти орлы вышли, да? Yes. Yes. Мне почему-то кажется, что он... Если ляжет, хрен что увидит. Давай в торс. Он при смерти? Ты ему хватит. Ага, не ляжешь. Понял. Гарри. Не, ну гранатомет вот сурово. Не видит. I give no guarantee from this location. Ready to shoot. О, вот мне нравится. That's right. Give the evil doers a beating. Make them run back to their foul lairs. The Major will hear of this. Отъехали. It was a clean kill, but Igor is still a filthy Russian. Так, сейчас тут гребет. Его тут аж двое караулят. Но он не смог залечь, у него ходов не хватило. У него вообще с ходами беда. Сильно. Ну, девоньки-то нормально. Опытного мародера, мне кажется, сейчас отымеют. Ох ты, сколько набежало. Смотрите, а когда врагов мало, они не боятся. Они атакуют. При смерти, ну давай добивай, чтобы я ходы не тратил. Ага. Ну, пять человек на такую шоблу, конечно, было смешно. Так.
Гарри Дольвич. I have good shot of enemy. Готов. Ложись. Ready. Ты просто ложись. Тебе стрелять нечем. Так, ну его просто сильно покоцали. Так, ну что, Баба Яга? Баба Яга. Может, пойдешь? Да, может, пойдет. Так, Лисяка, у нас есть жертва. Барик. Да, блин, Барик же. Барри Унгар. Продать. А, тут НАТО несут прям пачками. Так, Лисяка. Ты не перевязал. Втащили, конечно, здорово. Ну что, еще подлечится. Там все равно к ним дальше опергруппа придет. Так, операция. А, нет, врачи. Нет ресурсов. Такая вот фигня. Так. Ремонт предметов. Чё побитое? Броня и каска. А вот ещё снайпер. Потрёпано. Кому-то придут. C7. А, он по прямой решил пройти. Нет, вообще какая-то новая фигня с пистолетом. А, груз оружия с пистолетом. Тут что идет? 5 штук наем. Ну ладно. Утречком они зашли в сектор. Такая оборона у нас сегодня. Ну, может даже, ну, к концу серии, может, все-таки выдвинусь. Да где вы? А, ну тут все с одной стороны заходят. А, в общем-то, так. Развернуть. Пауза. Итак, вот тут лежали ребята хорошо, мне понравилось. Они люлей, конечно, получали. Патронов нет. О, не без этого. Ризли here. You got it. Погнали. Presently in attendance. Уже нет боеприпасов. What's the word? There's one. Enemy. Так, сидеть. Стоять. Yeah. Грызла, давай. Look alive. We are under attack. А, все, да? Все, задезморалили их. Так, я думаю, сначала стреляют те, кто косой. Вот мне это не нравится. Он мерзкий. Пыльная буря. Офигеть.
Pretty good odds, I think. Опять эта фигня с пыльной бурей. Ну ладно. Must make good shot to get rations. We are losing people. Maintain discipline. Чё? Попал? А, он сдох. А, отлично. Это самая пакость, гранатометчик. Давай в Тулуа. Не попала, девчуля. Раз ходы есть, чё нет. Так, это в ту, которую он целится. Это не то, в кого он целится. Кровотечение. Тоже хорошо. А, прятаться побежали, козлы. Ну, я их тоже очень хорошо гранатами задавил. Поэтому они ведь мажут. Начать с гранат это хорошо. Проблема, потому что гранат не так много, как хотелось бы. Так, ну союзники в носу ковыряют, конечно. Да, вот он полез на крышу. Это очень важно, вот здесь залезть на крышу. Ну, хоть один решил пострелять. Сработало. Will you share your exploration for kill with Omrin? What's the word? Да, вот мы его и видим. Ай, хорошо. Понял, не уйдет. Давай, по рукам его. На 3 единицы. А, тот пойдет. Короче, не прячемся. Michael here. Там снижение точности. Good chance of me not missing. Только крепкий какой. Омрин. Угу, давай, последний патрон. I'm just gonna say it. I really think that was completely hot. No ammo. I go to enemy to take some. Да, да, сходи к врагу и возьми у него. Что такое? Не может. Что за фигня, я не понял. Все. Короче, все выложил. А, вот у кого метаверон. Все у этих. Ага. Буду знать. Мышатина. А, стоп. Да-да, там кто-то есть еще. Айс. Там кто-то был. Michael here. А чё Майкл? Тебе единичка. Вон он ходит. We need to get closer to them. То есть, нужны, короче, натовские патроны. Из магазина, что ли, заказать? Потому что компания-то, вот эта бригада хорошая у меня. Из магазина, наверное, закажу. Воодушевление. Ну ты воодушевился, да. Get ready to scratch one, Buttwad. Лежит фаза. Presently in attendance. С фазой понятно. Ready to do stuff.
Давай все его на прицел возьмем. Ты уже есть. Один патрон остался. Блин, ужас. Зверство. А чё зверство? В рукопашку? А, ну да. С ножом. Там не боеприпасов. Охо-хо. Так, сюда гранату давай. Давай, будешь из пистолета смотреть. Выходи, чувак. Ты смотри, какая хитрая жопа. Он где-то там вверх лазит. И до гризли докапывается. Влево, вправо, влево, вправо. В атаку ходить. Не-е-е. Вот этот пошел, смелый. Эти сидят. Куда они идут? И там ходят по балкону. И тогда залпают. Их только подставлять, то есть отступать. Чтобы они оказались возле врага. Нормально с ними нельзя. Они не подходят помогать. Они там где-то роятся. Not very competent. Пыльная буря. Память. Ага, понял. Presently in attendance. Honestly, I do not feel it is fair to make me watch over everyone. Залез на собака комнатная. Омрин. Maybe good place to take nap. А хрен его знает. Ready to do stuff. Ползи. Ready when you are. Okay. Все равно не видит. Прячься. Слезать будешь? А что ему слезать? Он гризли мочит. Хорошо мочит. На зуб пошел. Теперь это слезть. Стоит. Болезнь ходит. Тоже, в принципе, люди заняты. Держи дистанцию. Действительно. Не надо подходить, надо держать дистанцию. А то можно врага увидеть. Да неужто? Он решил в окно его увидеть. Молодец. Так, гризли. Но он его уже не видит. Пошел. Гранаты не буду на этого хмыря тратить. Так, давайте я еще пятки уберу оттуда, чтобы точно по мне не попал. MD present. What's the word? Так, ты сиди. Все, ждем. До новичка докопался. Все, я у тебя хрен зуду выковыришь. Ну просто я штурмом не пойду. А он решил, видите, в мою сторону не ходить. Песня. Все, добьют, я думаю. Просто, конечно, вот, добьют. Да, он решил к ним. Все, сейчас его через форточку грохну. Сам подставился. Так, эти потеряли, поэтому сбегаются. Как он сейчас видели... Эпично спрыгивал вот с высоты нескольких сантиметров. Готово. Almost out of ammo. Enemies are dead. Hunt is finished. Time to take off boots and wrap. Заходим, можешь снять сапоги, растереть. Да? MD present.
МД, Гризли. Ну давай посмотрим, давайте верить, что у меня сейчас будут патроны. Нет, у меня будут штаны, штаны уже такие были. Погодить. Это вот ему пригодится. FN-фал. 24 дальность. Фаза у тебя тут как вообще? Ар 15, тоже неплохо. 3 по 9. 3 по 15. Вот это лучше. Так, 5,56. 7,62 нахрен. И так не хватает. Гай, ну есть же патрон. Да. Есть. А чё тогда? На крыше сидит, поэтому не может. Так, у тебя. Ну, у тебя пока есть. У тебя тоже пока. А чё остановился-то? Вот тоже мне. Thanks. I needed that. Давайте вниз. А чё знаки вопроса? А не видят кто? Ага, подойдут, окажутся своими. Так, тут что осталось? Фигня какая-нибудь, небось. Ну ладно, я посмотрю. Ну это хлам. Фига себе хлам. Отлично. We're moving? We're moving. Так, тебе. А, у тебя есть патрон. Все. А и все. Так, что у вас лечится? 100% лояльности. Операция. Так. Ополчение готовим. Омрин готовит. Госпитализация. Давайте госпитализируем вот этого товарища. Ремонт предметов. Кому что постреляли? Вот, автомат свеженайденный. Угрызли противогаз, погрызли это кому-то. Ой, стреляли из винтовок, винтовки покуцались. Да, бывает. Начать. Отлично. Time to take these bandages off. Угу. Порт какао закончил. Порт какао это... Порт какао? Нет, вот порт. Погодите, а кто у меня в порту какао сидит? Или вот этот порт какао? Доки порт какао, видимо, там закончилось. Да? Да. Но сюда я не пойду, тут враги. Три штуки, правда, врагов. Давайте вынесем. Фигли. Чем мы троих не выбьем? Мы же, ха! Начать. Враги. Игрок 1, игрок 2. Чё? А, куриц. Visual contact. Стоять. Я ж нажал. А, погодите, у них свои разборки. Они с этими аристократами дерутся. Ну та пофиг. Я правда не понимаю, почему они друг с другом. А как они туда и тут существовали? Ну я пойду вот и вмешаюсь. То есть они тут жили мирно. Тут я пришел, а тут как они пошли драться. Без меня.
безмятежность, тяжелое ранение. У меня кто-то снайпер. Сова. Сделай ему хорошо. У совы проблемы с выносливостью. Нормально. Разбежались. Ну, дальнобойные будут сверху лупить. Ой, это, кстати, миномет есть. Ну, как-то глуп. Хана аристократу. Но они с ножами. Зато когда бегут, ох. Ну, по 5 ты будешь нормально убивать долго. Это тот подранок был. А тут я ополчение не делаю. Так. Надо вспомнить, кому я Метаверон должен был отнести. Все, хана аристократу. А нет, там еще есть. Но я, наверное, его не увижу. Сверху вот так. Ну ладно. Посмотрим. А, аристократ убил. Побежали. Не вижу. Да, присядь. Не видит. Побежали. Outstanding. Ить! Не дотягивается. Ну давай вот так. Сова. Давай, противник, выходи. Не, нам есть кого стрелять. Мне кажется, что зарежу. Критически на 33. Все. Нет? И все. Ой. Так, с пушки. Ну, они, конечно, его массой сейчас задают. Я помог. No sweat. I'm surrounded. This guzzball's going down. Победа. Побежали собирать. Ну все, порт какао мой концов. Вот так. Крайне забавно, что ничего не досталось. Так, все. Спрон. Каска, каска, хорошо. Кому каску? Она лучше? Так, у нее 40, у этого 30. Так, помазку заберем. Так. Сбор мусора, что, серьезно? А, запчасти. Смешно. Тренировка ополчения. Ремонт. Так, что, битая? О, какая каска битая. Так, отлично. Стоп, пауза. А, пауза, нормально, все. Так, во-первых, браузер. Предсказать. Магазин Бобирая. Давайте посмотрим, что. Оружие мне вроде как не надо. Может, что-то экзотическое будет? Ну, нет. Снайперки есть. СВД-ха и вот этот вот. PSG-1. Не нравится. НАТО. НАТО прямо сейчас наберем все, что есть. Все заберу. СССР не знаю. НАТО надо прям брать вот. А, нет, нет. А НАТО и нету. Да, СССР тоже возьмем. Что я им тоже пользуюсь. Это все не нужно. А, броня. Броня не нужна. Странная штука, тяжелый взгляд. Ну ладно. Иное. Самодельная бомба фуфло. Набор первой помощи.
Нет, медикаменты вот. Помки, отмычки. Все, корзина. О, у меня много мест. H2 это... А, это Эрни. Шахтам Фумо. Код Дамур, Доки, Порт Какао. Давайте в Доки, Порт Какао. Они сюда приедут, а у меня команда придет тоже сюда. И все будет хорошо. Обновление ассортимента, я видел. Фаза. Меня теперь эти ребята интересуют. Они там лечатся. Или типа лечатся. Но ничего не делают, в принципе. А, они ждут. К ним едет оружие. Хотя оружие нужно не им, а вот и... Так, морда, вы что делаете? Тренирует ополчение. Хрена себе, опять толпой. А куда? А, вниз, в Литаун. Ну там справится, я думаю. Четверо против пяти не справится. А, справились, смотрите. Чума. Но в Литауне нужно еще... Так, центр Пантагуреля. Все, готово. А у вас готово. Обезьяныче. А давайте пройдем. Почему нет? Сейчас эти уйдут, и я пройду. Оп! Вперед, обезьяныча. Не просто обезьяна, ну, черепуга в кепке, но смотрите, как обезьяна. А у них беда с патронами. Погодите. У вас беда с патронами. Тут ничего. А там люди есть. Наверняка. В 2. Ну, чё, посылка прибыла. А, хорошо. Here, а, ну все, схрон. Да, патронов-то нету. Писмейкер. Забавная штука. Я все разбираю. Это нельзя разобрать. Я бы разобрал. Так, Омрин. Давайте модифицируем. Так. Сырована. Чип нужен. Чипов нету. Магазин не надо. Так, следующий снайпер. Почему она без шапки? Не знаю. Почему-то она без шапки. Сошки. Сошки. Удалось. Не удалось. Все, ремонт. Вот вам занятие. Так, операция. Ага. Тут нельзя. Хорошо, ремонт. Нормально. Идут. Вернее, ползут. Так, погодите, а у меня у этих патронов где-то, не у этих. Ну ладно. Значит, эти пойдут вниз, а эти вверх. Какая разница? Это два почти одинаковых отряда. Так, кто у нас тут? Чего? Ага, новую банду надо. Hey, how about... Hello, you know, I'm... Так. Главный.
Вы когда успели в 5 дней выйти? Ну пусть. Все, да, да. Нет, тут еще. Тор, Блад, Сова, истекает срок контракта. Я только что это все посмотрел. Сова. А, вот, 21 час. Я на часы не посмотрел. Что за час? Я сказал. Да, да, да. Почему тут нет функции автопродления? Sorry to say it, man. Good. Так, помойка. Подготовка получения завершена. Хорошо. Ай, 7 против 14. И опять внизу. Враги где? Враги слева. Так, на паузе. Ну давайте так же. Два туда. What's on your mind? Девчули сюда. На болик. За угол. Это за покрышки. Time to earn new medals. This is task. Short press command. How can I assist? Пауза. Yeah. Так, и вот эти два орла у меня тут будут дальше работать. Enemy sighted. They are small and girlish. Чё, никто не видит? Видит. Ну, погнали. Игорь Долвич. Ready. Игорь Долвич. I have good shot of enemy. Опаньки. Те рассыпались. Ой. Да? Ой. А чего побежали-то? Стойте. Два гранатометчика. Фигово. Ладно, союзники тоже побежали. Но они сейчас будут тут топтаться и не пойдут. Потому что там враги сидят. Нельзя идти туда, где враги. Все. Так. I make Uncle Ivan proud with this shot. Another kill for the amazing Igor. I wonder where he keeps all his medals. Так, присядь. Ready to shoot. Призму. Не ляжет. Беда у него с ходами. Прям беда. Yes? This should do it. Так, кого видим, тех стреляем. Наползай. This won't hurt a bit. Well, it won't hurt me anyway. That was pretty good for a girl. You should be proud of yourself. Так, а ты чё-то как-то не очень. I am in movement. I have good odds of hitting enemy. Так, тулово. Кому не попал. I should be working out. Так, гранатометчик нахрен. Он по-прежнему призна. Нормально. They will wipe us out. Remember, if we die, the major
А этот прям, смотрите, прям лежит, ух. Вот гранатометчик фигово. Сейчас он за этого своего... А это неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не надо так. Все, он стреляет снизу вверх. И ему нормально. Многовато врагов, ты что, издеваешься? Ну да ладно. Их вообще почти нет. Запахавшийся союзник. Он даже выстрелит. Он отважен. А, кстати, сюда метаверон надо. Вот я вспомнил, куда его надо. И может быть, местный психопат-подрывник присоединится ко мне. Yes. Target locked. Насквозь, нормально. А, вы вот так перестреливаетесь, да? Понял, думал, тут высокий склон. А, я исход нажал. Есть тут живой, парни. Кто-нибудь живой есть? Никого. Лоханулся, да, конечно. Держи дистанцию. Элита держит дистанцию. Оставаясь за спинами вообще моих солдат. Не высовываясь, прячься там. Они держат дистанцию. Орлы. Просто орлы. Смотрите, они даже не идут. Он два шага сделал и сел. Вот и подломанулись почему-то. Ну, потому что врагов уже нет. Привет, чувак. Барик, иди посмотри, что там. Let us see what the Lord in his wisdom has given us. Фигня. М14. А, порох, порох. 0,50 обычные. НАТО. А ты когда-нибудь кончишься? По-моему, я бесконечный цикл зашел. Так, барик. Это тебе не надо. Не, ну там разные выпадают. Все, да? Лиска бросает на землю. Всякая. А фиг ли лиска бросает на землю? Тоже мне. Разбросалась. Moving toward destination. А что там? Что осталось? Ну все. Так, хорошо. Сколько патронов? А, приятно, смотри. Получено награждение, C4, вот билд этот не надо. Давай мы твоей винтовкой займемся. Тепловизор, да, тепловизор хорошо. Чип. Чипа нет. Сошки давай. А у меня, кстати, очень мало запчастей, как ни странно. Я-то обрадовался, а их нет. Ладно, чё, не то. Ммм...
Тут, по-моему, все, но надо Гарик подлечить. Не глобалец. Но мне кажется, у меня нечем. Есть чем. Броня битая. Из пулемета выстрелил один раз. Он сразу пришел в негодность. Нормально, да? Так, куда-то придут, куда придут. А, еще идут. Ёлки, вот вас тут. Приморило-то. Стоять! Пауза. Чем заняты? Ничем не заняты. Вы же не проедете. Let us move slow. No need to rush. А, не успеет, не успеет, не успеет, не успеет. I will not get commendation for sitting on butt. Победили, молодцы. Плюм. Так. Тут что ребята делают? Ничего не делают. А если вы ничего не делаете, может вот так вот? Да, и вот так вот. Стоять. Так, там всех надо снабжать. Стоять, снабжать, снабжать, стоять. Йоу. Че тут творится-то? Пятьдесят, сорок. Ну это еще круче. Гризла. Это все тебе. И это, кстати, тоже. А это разобрать. Кто тут в чем у нас еще ходит? Ну понятно, вот во всех фигне ходит. Разобрать. Да ща, погоди, сейчас все вам будет. Разобрать. Пополнил, блин. Да, ну ладно. Покысу. Разобрать. Ой, НАТО полно. Продать нафиг. Я бы выбросил, но... И вот это вот выбросил бы. И вот это вот выбросил бы. Выбросить. Амр, Омрин, тебе не надо. Как вот так. Ох, мы теперь богаты тут выбросить. Порох, кстати, тоже выбросить, тут динамит никто не делает. Так, чип я так и не нашел себе. Вот тебе надо. Да, тебе надо. Да, призматический. Модифицировано. Молодцы. 58. Стандартный ствол. Да, надо. А тут что? Сниженная единочка. О! Красотень. Так, ну мне еще надо вложиться в починку. Так, флитан, что у вас вообще тут? Операция. Подготовка ополчения, да. А, ремонт предметов, да. Фаза. Ох ты. Броньки-то поушатали. Так, пусть работает. Стой. Так, что у моей главной банды? Да ничего, у моей главной банды. Сидят, нас уковыряют.
Давайте. Переходит под контроль. Прекрасно. Как поедем? Меня устраивает. Так, последнюю точку захвати. Надо просто как-то не солидно. Все мое, а это не мое. Не ты. Так. Ты. Завершает. А, не работает. Так, перешло по одному контролю. Куда приедем? H8, 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 H9, H8. Сюда хочешь. Ну, то ты можешь хотеть сколько хочешь, это да. Так. Шлем. Сюда. А вот это вот надо разобраться. Так, скид. А я не разберусь. Я ожерелье с собой ношу уже через сколько времени, но ничего не меняется. Бригадир. Бригадир мой. Бизнес-синдикат, зашибись. Журнал, накупить запчастей, ножи. МП, Глок, дробовик. Вот я патронов куплю. А птичка, по-моему, фигня. Фиолетовый дым, здорово. Ничего больше нет. Так, чего у вас там? Ополчение, да. Ну, мне надо дойти вот сюда и метаверон там товарищу скормить. Ой, тут опять контракт застали. I'm a busy girl. Автопродление контракта хочу. Есть такой мод. Реально задал бы тут клацать. Они все со мной до конца игры, если что. То есть я их нанял навсегда. Я не буду кого-то увольнять. Никогда. Давай, приплывите, убейтесь. Нафиг. Ночь. Ночь плохо. Ну ладно. Сильный дождь, это еще хуже. Так, враги идут. А, ну так это моё любимое. Угу. Стоять. Мышатина. Амрятина. Эмдятина. Айсятина. Гризлятина и фазятина. Побежали. А тут что, никто не остался. Это крайне забавно, ну ладно. Так. Фаза. Сюда. Гризла сюда. Yes? Michael here. Keeping it real. I'm about it. Presently in attendance. So boss. Ох ты, а тут элитник сидит. Или он кто-то другой. Мы провалили задание. Какое задание? Задрали с этим заданием. Надо посмотреть в заданиях, может я что-то не знаю. Дайте убивать этого элитника нафиг, побыстрее. О, все, убрали, молодцы. Все, он больше не мешается. Ну там новый отряд.
Так, в укрытии, все в укрытии. Так мы не в укрытии. Roger that. И чё? Ладно. Ляжем. Фаза, чё скажешь? А чё она скажет? Чё не скажешь? Прятаться даже не. Ну, ходи туда, давай. МД present. Got it. I'll shoot at anyone I see. I mean, bad guys, of course. Just the bad guys. Grizzly here. Grizzly done. Ready when you are. Keeping it real. What's the word? Поехали. Противник, ходи. Ох ты, что ты как побежали шустро. Я вам гранату покинул. Ой, ёлки. Грезли, по-моему, попал. Но я не думал, что он туда влево побегут все. Я думал, они сюда куда-то выйдут. Вот вышел. Это фаза. Вот хорошо зашло. Фаза косая. Фазе ответили. Два раза. Так, новички пошли отвлекать на себя немножко, это хорошо. Но граната их все равно порадует. Надо вообще часть куда-то сюда, наверное, своего народа выводить. Чтобы отсюда тут били снайпера. Потому что туда почему-то враги не идут. Перестали. Раньше ходили, сейчас перестали. Ой, чуть не в меня. Так себе. Че, сегодня даже элита выйдет? По мостику? Не верю. А, он тут один сидит. Ему не скучно. Давай-ка ему в голову зарядим. Косой ты пень. Ты тоже косой пень. А, голову можно. У нее ходов много. Вот так надо. Да, вот так. Так, фаза, кого видишь? Вот этого. Ну, давай вот этого. А вот это... Было фигово. Не ляжет. Так. Ну тот, похоже, сейчас ляжет навсегда. Лови. Кто еще не ходил? Все ходили. Огребаем. Ой, еще кровотечение. Блин, Гризли сейчас убьют, мне кажется. Но там новичок отвлек. Это прекрасно. Эй, Гризли, держись. Блин, там еще один. Это так себе. Ой, убили Гризли. Да, загрузить. Надо бы в уход, значит, тогда убегать. Конечно, гранат хорошо, но... Но не очень. Так, начнем с Гризли. О-о-о! Давай попробуем так.
можно вот помочь. Так, фаза. Я рискну сейчас. Вдруг попадет. Не попал. И он не попал. Обменять. В форме, в хорошей форме, да. Эти ребята все хорошо чувствуют. Мимо. Я понимаю, что он, скорее всего, мимо будет. Давай, ты можешь. Она снайпер, она может. Никого. Эть. Надеюсь, увидишь. Мыша. Мыша, все. Давай, умри. На тебя надежда. Ну, слабая такая, но надежда. Давай, вот так. Кто еще не ходил? Все ходили. Смотрим. Не попал. А там что происходит, елки? Контроль невозможен. Ну, смотрите, они по-другому бегают. Есть план. Ой. Ну, грезли лежит. Своих хорошо отоварил. Фазу, конечно, отоварил. Ну, ладно. Еще своего молодец. Вали его нафиг. Команда, с которой так себе. О, новичков, да. То есть мимо Гризли пробежал. Говорит, не стреляйте, я свой. Так, фаза хорошо их подставила. Теперь надо оттуда убирать. Из дробовика, конечно, такое расстояние. Кстати, валить этого орла. Чего вы бегаете вокруг него? Валите его вчетвером. А, ты стреляешь так, чтобы своего, чтобы попасть, да? Доктора, сейчас тебе будет доктора. Все, доктора. Элита решила не вмешиваться. Даже один тут сидит. Так, ты presently, блин. Давай, убирай свою задницу оттуда. Ты тоже убирайся. Отлично. Так. Omen on ground here, Glovny. Must not shoot from here. Ой, кончился. That's how we do it. You don't think they shoot a mine, do you? I got this one. Да, по рукам ему. Не попал. Касаепня. Своего быстро. Да, тушку. Тушку. Вау! Какой я меткий. И остался командир. В голову, но не впаду. Не попал. Там двоих развлечений, но сейчас они там помогут друг другу. Шо, командос? Все плохо? В угол забился, так обижают, бьют, избивают. Новичок, давай на меня огонь не наводи. У меня не так много здоровья осталось. А у них прорыв, у него прорыв, они идут по этим новичкам. Мне может прилететь. Все возле меня прячутся. Все, гражданский еще. Сейчас мы. Сейчас мы ему устроим хата. Но мышь, ну серьезно? Правильно, в сыпки. Издевательство.
we'll make shot. Да понимаю, Омрин. Ready to, do stuff. It looks to me like all the enemies are dead. А где фаза? Тут была только что. Thanks. Куда свалила фаза? Куда уехал сыр? Омрин, иди полутай пока. Let's take all главные. Хоть случай, там может быть что-то хорошее. Да, есть хорошее. Немного, но есть. Ну им тут сидеть. Пока. Сидеть. А Гризлу? Не понял. Ну ладно. Готовят. Ополчение. А, Гризли занят. Понял. Ремонт предметов. Партии кому-то испортили. Все. Ну вот, стоять. Да, давайте на этом остановимся. В целом все неплохо. Народ сюда пришел, будем зачищать. Я специально их не кидал никуда, потому что, ну, надо было тут закончить. Так, шляпошники будут тут жить пока. Омрин и компания вылечатся и пойдут вверх зачищать вот тут. Надо бы вот остров этот выбить. 10 человек. Может быть, кстати, пойду и выбью. И тогда посажу шляпошников вот сюда уже. Потому что мимо них никто не пройдет. Они тут, я думаю, вкачают ополчение и будут сидеть. Мне кажется, неплохо. А потом тогда наверх. Что тут что-то есть? Тоже надо зачищать. И вот тут не пройти. Типа, только тут зачищу, может будет уже отсюда развиваться вот сюда. А тут уже край. Ну, у меня не половина карты. Половина карты будет вот тут. По туннель. Тут прям что-то такое прям закрытое. Тут через туннель, а что такое? Спасение. Понял. Президент там, а тут, значит, всякая фигня. То есть там финалочка у нас будет. Ок. Ладно, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.